Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены. В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления и координация ракетных ударов группировки «Приморья» в районе населенного пункта Шурино Николаевской области. Три пункта управления Вооруженных сил Украины в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневая Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Малиевка, Ягодная Харьковской области, Лебедевка Луганской Народной Республики, Червоноармейская Запорожской области, Владимировка, Антоновка Донецкой Народной Республики.